Количество половых актов, которые может совершить мужчина за один день, зависит не только от его партнерши, которая может проявлять в сексе большую активность, тем самым вызывая у мужчины страсть и прилив сил. То, сколько раз может кончить мужчина, напрямую зависит от его возраста, особенностей организма, количества тестостерона, образа жизни, питания и многих других факторов. Больше всего половых актов в сутки могут совершать мужчины, возраст которых не превышает 20 лет, а самые активные из них способны на более чем 20 оргазмов в сутки. Хотя это скорее редкое исключение из правил, чем закономерность, и в норме 20-летние мужчины кончают примерно 8 раз в сутки. После достижения 35-летнего возраста половина из мужчин теряют способность на множественное повторение половых актов в сутки, доведя свой максимум до 3 или 2 раз в день. И наконец, в 60 лет способность кончить несколько раз в сутки сохраняется только у 3% мужчин. Обратите внимание на то, что способность мужского организма семяизвергаться и его желание заниматься сексом — это разные вещи.